На ремонте у нас Mercedes, и нужно будет заменить передние диски и колодки. Чем мы сейчас и займемся. Не будем тратить время на поддомкрачивание, снятие колеса, а уже снимем вам саму суть. Вот у нас новые диски. Один мы уже установили. Колодки. Диск польский. Колодки такие внушительные. Так, сняли мы облицовку суппорта. И теперь сам суппорт откручиваем. Тут у нас шестигранники. Верхний, нижний направляющие. Как обычно, снимаем суппорт. Крепление суппорта открутили, теперь снимаем его. Освобождаем от креплений тормозную трубку, чтобы можно было положить нам на землю в удобное нам положение сам суппорт. И теперь снимаем скобу суппорта для того, чтобы можно было потом снять сам диск. Тут самое главное сорвать, а дальше оно уже откручивается руками. Диски решили поменять по причине того, что, как видите, толщина здесь еще довольно-таки допустимая, не минимальная, но при торможении идет биение. Предложили проточить, но решили все-таки заменить на новое. Все, завершающий этап. Открутили болт крепления диска. Обработали ВД посадочное место. После почистим его, потому что зачастую закисает сам диск на нем. Нужно будет сейчас его сбить. Диск можно не жалеть, уже он никуда использоваться не будет. Так что смело его сбиваем. Здесь у нас два
мощных цилиндрика, нужно их вдавить, чтобы мы потом могли беспрепятственно установить тормозные колодки. Все, цилиндры вдавили. Перед этим мы проверили уровень тормозной жидкости, чтобы не потек через бачок. И будем сбивать диск и устанавливать все в обратной последовательности. Ставим диск, устанавливаем скобу, мажем направляющие. Собираем колодки и обязательно не забываем после установки, после того, как уже все затянули, машину опустили, прокачать педалью тормоза, чтобы цилиндры вышли обратно, придавили колодки к диску и тормоза работали сразу с первого качка.